have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Фернхангер, примерно с того же места, где мы были. Вся отвратительность момента в том, что я здесь уже... Так, погодите, дать две головы, одна голова, не хочу. Потом. Нет, потом. Я здесь уже был, и я уже практически все это прошел. И какой-то момент, в общем, там ползает одна улитка. Ты этой улитке давишь голову, и вроде как у тебя все хорошо. Вот. Но потом откуда-то появляется второй этот придурок, а тут внизу есть еще и третий. И драться с ними, как видимо, придется, иначе тут не пройдешь. Хотя он там вроде вон... Ну, ладно, он уходил, но попробуем сейчас с ним подраться. Дело вот в чем. Нет, не договариваться бесполезно. Давайте мы его попробуем сразу затащить. В общем, нарвался я на вот этого дебила. Потрубал ему руки. Он взял, захватил мне мага. Вот. И убил Леви. Я улетел на загрузку. Да-да. Нет! Он мало того, что... Смотрите, он, во-первых, использует скилл, и, во-вторых, сразу же захватывает человека. И он причем рандомного человека захватывает. Вообще все отвратительно. Мне очень повезло, что, во-первых, он промахнулся, во-вторых... А, ну стоять, скотина. Во-вторых... Нет! Почему опять отсюда же? Never mind. Skill. Run. Сбежать нельзя. Она ей отрубила вторую руку. Блин, ладно, это очень сильно похоже на то, что я второй раз ушел на загрузку. Ну или сейчас будем посмотреть. Возможно, просто скипнуть Оливию. Она и так у меня была без одной... Короче, сейчас посмотрим. Оливия, так, а у тебя какие скиллы? Birth Drama. Так. Let's reduce your sanity decline while exploring. You can deal with permanent collapse in combat figure. Хорошо. А, это твое... Так, хорошо. Это пассивное. Я тебя понял. Item. Фига себе, дэмэджа. То есть даже не имея рук. Да не надо! Да-да-да, смешно. Ай! Был звук выстрела, но на самом деле он это кулаком ударил. Так, а что у нас? Да нет, атака обычная. Тоже. Я рев коплю на x2. Посмотрим. Так, значит, equip. Давай, наверное, пистолет. Да, по-другому у нас не получится. А ты у нас item light blue. Вот на леве.
Посмотрим, как это все получится. Да, минус одна рука, хорошо. Тоже минус рука. Да, отлично. Все теряем руки. Это такая вечеринка, знаете. Вечеринка минус руки. Я не знаю, зачем я с ней дерусь. Но если у меня получится... Я даже не знаю, что у меня получится. Кровотечение не особо меня парит. Ну, давай. Так, ты у нас также... И ты у нас, ты два раза выстрелишь. Хорошо, а ты у нас используешь вещь, ну какую, сейчас посмотрим. Чем мне с хилок осталось? У меня осталось два синеньких. Highly flammable. На. Надо было сначала кинуть highly flammable. Ох, вот это сейчас было неплохо, кстати. А потом кинуть лампочкой в него. Да, из люгера тоже можно стрелять, оказывается. Он горит, я так понимаю, да? Да, он горит, хорошо. А, погодите, может быть, я ее еще и не потеряю. Мне бы выйти из боя, чтобы она живая осталась. Тогда мне нужно будет сейчас... А ты у нас... Я что-то вещами вообще ж не пользуюсь. На тебе еще одну лампочку. Так. Ай! Ее убили все-таки, ладно. Слушайте. А давайте пока оставим так. Они остались без рук, у них не так много хпшки, но... Во-первых... Так, во-вторых, так, в-третьих, ну-ка, лечение Blue Wild сюда, и Blue Wild сюда. Так. Маска смерти. Та-та-та-та-та. Отпилить голову. Нечего отпиливать. Монстр умер, да? А некромантию? Нельзя. Я вас понял. Да, чё ты там это... Чувак, мы с тобой такое пережили, не время голодать. А, еще можно бы, наверное, менталочкой подправить. Только можно, я думаю, трубкой. На самом деле, знал бы, я бы, наверное, так. У кого там... Всем надо подправить менталку. Я бы, наверное, солдату дал бы укольчик. Мне кажется, это было бы логично, но... Ладно, так, насчет вот этого чувака, да, вы мне говорили, что то место, откуда он вылазит, но я... То ли он стабильно тут вылазит, то ли мне так два раза по рандому повезло. Черт, на самом деле. Что у нас, 50-50? Ну, нормально пока что живем. Жалко вещей, которые я на нее одел. Но они там частично как-то сработали. Смотрите, я пока оставлю вот в таком вот виде. Да не... Зачем я на него наехал? Он же стоял, не трогал меня, ладно. Вот сейчас я точно улечу на загрузку. Так, атаковать... Ну, давайте в корпус. Ну, только нас теперь трое, и у нас теперь нет винтовки. Это все печально. Опять гребаное кровотечение, заражение крови. Блин, все как мы любим. А, он еще сейчас мне минус человека сделает, ага. Его же.
Бей его, пожалуйста. Он выстрелил в себя. Серьезно. Блин, скотина, сдохни, пожалуйста. Soulstone, хорошо. Нужно же будет еще... Ладно, вещи, которые... Значит, фрагмент этого сюда, сюда. Зеленую травку. Две осталось, отлично. Сюда. Я не знаю, на самом деле, как это все проходить. А, это просто коздец. Так, давайте те вещи, которые... Equip. Вместо Leather Armor. Где у нас там было... Вот, Chainmail Dress, оно на один получше будет, у меня получается его два, фига себе. Так, ну тут Бременская, минуточку, а из этих у нас... защита от потусторонних, это неплохо. Маска смерти, фига себе. Погоди, это давай лучше вместо маски фехтовальщика оденем. Мне кажется. Угу. Она прям гораздо... Ой, извиняюсь, лучше. Тогда тебе держи маску фехтовальщика. И вместо этой броньки... Вот это, она всего лишь на один хуже защиты, но при этом... Ну, неплохо так. Ладно, что есть. Зеленая травка. Кстати, я жаловался, что у меня ее нету. Вот дали. Спасибо. Певцом... Маслецо. Шеллингцо. Трындец просто. Что я хочу нарисовать? Я бы на самом деле вот это бы нарисовал, но оно же, я не помню, тут работает, не работает. Ну ладно, поехали. Вообще, даже не написали ничего. Так, тут открыли. У нас освободился проход. Ага. Наверх. Который нам, в принципе, просто выпускает нас отсюда, чтобы мы могли выбраться. Слушайте. Во-первых, я там не все блутал. И раз мне там уже некого бояться. Вот, во-первых. Во-вторых... у меня освободился... Ой, извиняюсь. И тут можно дернуть. Освободилось место в пати. Случайно. Блин, на ней было много чего хорошего одето. Вот что мне больше жалко. Да, как бы девчуля нормальная вроде была. Ну, относительно, опять же, тут прям нормальных-нормальных, я думаю, что нету. Так, ловушка. Мясной пирожочек. Дружочек. Вот тут можно начертать. Есть! Наконец-то! Вот. Я сблизился с Сильвиан. Чувствую себя восстановленным и целым. Отлично, меня полностью... У них руки вернулись! Так, погодите. Если бы Оливия пережила бы то столкновение, то она бы сейчас... О-о-о-о! Нет, на самом деле, вот это меня сейчас тоже вполне устраивает. Так, оптим... Нет! Фух. Сними то кольцо, чтобы оно тебя... А его не излечило от наркомании? Ну ладно, на самом деле, че, я слишком много выходил. Не-н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 е, лесом отсюда. Иди. Нам с тобой не по пути. Давай, до свидания. Ну и другие прощальные слова. Так, флэш. Это, конечно, хорошо, что это флэш FM. Ты же не пошел сюда за мной? Ты дурак?
Я обойду. А, тут... Блин, тут некуда обходить. А куда я там шел? Вниз? Не вниз? Я не помню. Сейчас. А, вниз сюда шел. Хорошо. Пойдем посмотрим, что тут есть. А, это мы... Да-да-да-да. Это мы в деревне. Точно. Я... Бррр, я забыл. Это же было в прошлой серии. Хорошо. Чего и чего и чего и чего мы добились? Дока тут уже нету 100%. Зачем нам сюда и что мы тут делаем? У нас вроде же есть... Да-да-да. У нас есть вроде пленка, которую мы можем пойти глянуть. Давайте посмотрим. Это вроде здесь. Так, а это я не лутал. Да, это я не лутал. Gunpowder. И также, раз у нас сейчас есть навык взлома... погодите, можно будет тут зайти в парочку интересных мест. Во-первых, пленка. Ой, тут ящик еще. Play the film. Ну-ка. Посмотрим, посмотрим, что нам покажут. Slow exposure. Объект 17, субъект. Так, 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 так. У него вон... А, это Бобби как делаются, да? Я понял. Угу, спасибо. Я оценил. Итак, смотрите, я могу, по сути, сейчас где-нибудь поднять гуляша за компанию. Во-первых. А во-вторых, я мог бы... Хорошо, что с нами Белла, которая нам... Так, Маслица. Кстати, Маслица себя довольно неплохо показала. Все равно закоротим. Я не знаю, почему, но мне это нравится. Мы дверь открыли с другой стороны. Такой, а все равно давай закоротим. В общем, то, что нас откинуло обратно на три игрока, мне не нравится. Но многие вещи здесь... Вот, во-первых, я могу... А тут я еще не был. По канализации еще не шатался. Какая гадость нас тут ожидает, я не знаю. Тут же вряд ли будет тихо и спокойно, да? 4 шиллинга. Кстати, насчет шиллингов. Я же мог пойти скупиться немножечко, наверное. Зеленая травка. А мне хилок нету. Мне точно надо скупиться. А что это за опасность, которая... А, ага, ага, крысиная бабка, я тебя понял. Поглощающий запах. О, синяя лечилочка, хоть одна, певцо. Причем первый раз, когда я шел... О, вот так можно. Мне прям так с лутом везло, у меня там были и хилки, и все, что хочешь. А вот второй раз сейчас схожу, вообще ни черта нету. Так, трубка и ржавая труба. Куда я вылезу, погодите. Тут еще целые... Здрасте. У-у-у, погоди. А как мне... Я бы просто пошел скупился. Раз я тут недалеко, давайте я на паузе сбегаю. Погодите, ребят. Не так, ребятушки, я купил немножко хилок. Сейчас я их, кстати, наверное... крафчу себе хотя бы одну голубую зельку. И получается у меня две синих. У меня микса трав нету, к сожалению. В прошлый раз я нашел одну синюю травку, хотел смиксить, но опять же, когда загружался, у меня есть три зеленых. Ну, короче, ладно. Хилок не так много. То, что мы целые, пока что спасает. То, что у нас неплохая бронька, пока что спасает. Пойдем, нас тут ожидают веселые поползушки по канализации дальше, без понятия, куда мне это приведет. Я пока иду по правилам одной стены, то есть вдоль одной стены. Куда я попаду, я еще не знаю сейчас. По крайней мере, это какой-то новый контент уже, и на том спасибо. Что за хренатень какая-то лазит?
что тут? Антер. Баллистический щит, погоди. Что за баллистический щит? Фига себе, неплохо. Просто усиление защиты. Начинает голодать. Не то, что она начинает голодать, конечно. Ох, сейчас какая-то херня вылезет. Да? Так, почитаем инструкцию. Так, напор воды должен поддерживаться минимум на 50%, чтобы не засорилась дренажная система. Safe precautions. Предостережение по безопасности. Ты можешь отключить только половину этих труб, которые идут с профиля 50%. А, которые идут по 50% западного, 50% с восточного. Погодите, пока ничего жать не буду. Две лестницы, одна туда, ага, одна тут местная. Но туда забраться наверх. А, вот для чего мне нужно выключать это. Хорошо, я понял, чтобы я мог пройти. А, вон там сверху, это шорткат, тоже понял, хорошо. Давайте я вот тут вот гляну сейчас по-быренькому, куда меня это ведет и куда то меня ведет. Тут есть дверка. Я бы сюда зарулил. И это меня выведет куда? А, это выводит куда-то или нет? Подожди. Ага, эта дверь не откроется, что-то блокирует ее с другой стороны. Обалденно. И вот по иронии, нас тут сейчас не четверо, как черепашек-ниндзя, ползающих по канализации, а только трое. Это несправедливо, вам так не кажется? Так, я могу там что-то покрутить, повыключать. Но нет, на самом деле давайте. Я понимаю, что там в канализации могло еще остаться куча всего. Ну давайте попробуем. Так, use it. А, вы прям вот так вот предлагаете мне. Вот. Ага. Я могу 50% тут вырубить, 50% там. Тут мне выключит. Давайте смотреть, что мне это даст. Куда я смогу проникнуть. Это вон шорткат к той лестнице. Я понял. Мне это пока что не надо, мне нужно другую выключить. Давайте вот так попробуем. А это мне даст проход к этой двери, которая мне, собственно, и нужна. Вот этот шорткат. Да, drop it. Like it's hot. Теперь я могу это выключить и туда пройти наверх. Супер. С этой стороны я выключил вот это. А, вот тут можно подвинуть ящичек. И оно мне будет давать проход сюда. Я понял. Кто-то там начал чувствовать себя голодным, да? То есть еще не голодаем. Супер. А вон там что за дверь? Ну, допустим. Поехали. Будем разбираться. С одной стороны, я более-менее разобрался. Сейчас посмотрим на другую сторону. Кстати, да, спасибо, что подсказали мне по поводу гостиницы, до жилого дома. Где и что насчет номеров, насчет всего. Я туда как-нибудь еще вернусь. Игра-то еще не заканчивается. А вот тут, в другую сторону. Давай попробуем вот так. Теперь туда. Ну, налево, понятно, я могу там пройти. Я хочу посмотреть, что тут направо еще можно сделать. Можно ли те ящики как-то сдвинуть, свалить или еще что-то с ними сделать. Просто я его дотолкаю до того места, где пролом в перилах. А дальше что с ним делать? Вот. Ну вот, обойти. Я же могу вот тут по краю пройти, ну.
Ну, короче, не знаю, вот это, по-моему, глупо. Я думал его протолкать и пройти, и это, но пока что я не понимаю логики. Пойдем налево сходим. Налево у нас там через шорткат освободился этот проход. Мы можем, я думаю, теперь туда проползти. Что нам это даст, это уже другой вопрос. Ну, сейчас глянем. Вот это мы перекрыли наверху. Точно. И теперь можем пролезть вот сюда. А. С потолка капает грязная вода. А что тут? И зачем это? Канализация вообще как отдельный город. Ну, это логично. Капкан медведя. Иронично, что медведи здесь не водятся, хотя я был бы совсем не против. Давайте мы ее сразу грохнем. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Never mind. Так, пожалуйста, ребят, не промахиваемся. У нас... Нам нужно завалить ее сразу. А чё ты бьёшь-то и призываешь, и бьёшь сразу? Крыса. Так, обыскать. Поднять я могу эту фигню? Понятно. Значит, будем голову пилить, как обычно. Фишка еще в другом, что в принципе я бы, наверное, такой бы, что сейчас... Я Леви. Леви. Ты что за нафиг? Just hold on, I'm sure we can find... Погоди, думаю, мы разберемся. Но ему как-то пофиг. Ему надо винтовку снять. Вот эти челюсти мне тоже, конечно, не нравятся. Но мне кажется, без винтовки он будет гораздо лучше. Леви, ты вообще себя узнаешь, нет? Окей, тебя надо топтать, нет? Так, он мертв. Хорошо, обыскать. Винтовка, патроны и army jumpsuit, такой же, как и у нас. Отлично. А вот что я думаю. Нет, ну на самом деле, знаете, у этой игры очень много... вариантов, как что можно сделать, но почему-то гуляша можно поднять только самого обычного. Я бы хотел, например, чтобы вот такая фигня со мной ходила, или кастователь крыс, или что-то такое. Ну, блин, по-моему, это было бы, ну, честно, что ли. Как раз тот момент, когда ты мочишь босса, и когда босс оказывается в твоей пати, и он такой, типа, ну, а тут вообще решили не давать ничего, кроме обычных людей, в твою пати. Я уже потерялся нафиг. Игра, ха-ха, прекрати. Я видел там лестницу, тут можно пройти, там можно пройти, везде можно пройти. Оно, типа, подписано, что Western End, все дела, да, я понимаю, но... Ну, черт. О, привет, ребят. Давно не виделись. Их всех можно поубивать. Это просто закольцовано. Я понял. Пойдем бомжиков туда побьем, головы с них соберем, как минимум. Может поднять... Не, ну, не знаю, поднимать вот этих бомжей... Ну, они же вообще никчемные.
Может, я... А, вы агрессивные. Если вы агрессивные, то сами напросились. Я бы на самом деле... Погодите, доктор в гостинице. Я же его еще не встретил. Если я сейчас в таком виде встречу доктора, то может он со мной пошел бы, кстати. Надо будет подумать над этим. А, и кстати, да нельзя промахиваться. Вы что делаете вообще? Оно сейчас... Ну хоть заражение крови не накинь. Нельзя промахиваться, забудьте про промахиваться. Вас три человека. Знаете, в чем прикол? Я, наверное, даже под конец этой серии сохранюсь. Если у меня будет такая возможность. Если меня не убьют, как бы... Это же возможно тут вообще в любую секунду. Табак. Неплохо. Пилим. Вот. Так вот, я не закончил свою мысль. В таких местах, как вот поезд и бар, там, где мы распускаем наш отряд, где мы можем его пересобрать. А что будет с гуляшом каким-нибудь, если он будет ходить со мной в пати? Он же ж не распустится, он продолжит быть со мной, правильно? Руку, ногу, еще и голову, пожалуйста. Продал дьяволу душу и пирожок. Офицерский меч. Ну да, тут вот это вот бомжатня, мы всех перебили. Опять же, поднять гуля без головы, наверное, тоже нельзя, мне кажется. Но я не то, что пробую, я чисто теоризирую. Можно сказать, теоризирую, да? Ох, тут опять же... Я там понапропускал кучу всего, а тут... Иди сюда. Я не хочу тебе вреда, ага. Он мне вреда хочет. Посмотрите на него. Я понял, кстати, из ваших комментов, как работает агилити. Спасибо, я разобрался. Вот, ну... Это получается, знаете, как в Героях Меча и Магии. Там тоже скорость влияет на то, кто первый походит. Потому что это пошаговое. Вот, то же самое примерно и здесь происходит. Иди сюда, психопат. В общем, смотрите, в чем прикол. У меня будет сохранение там, где Оливия еще жива. И у меня будет сохранение, наверное, вот в таком виде, опять же, если получится под конец серии сохраниться. Меня единственное, что напрягает, что это будет уже обед третьего дня. Лавандер, идите сюда. А вот. И мы потихонечку... Я не уверен... Скажем так, я не хочу спойлеров, я просто так понял, что под конец третьего дня все решится тем или иным способом. И получается, что так или иначе мы потихонечку подходим к концовке, какой бы она ни была, я опять же не знаю. А у меня еще куча всего не исследовано. Возможно, ну нет, не то что возможно, конечно возможно исследовать здесь все до окончания игры, я понимаю, что тут куча способов прохождения, все дела. Я просто начал задумываться о том, как я хотел бы закончить игру. Хотел бы я доисследовать все, вы наверное хотели бы, чтобы я доисследовал все. Но я вам честно скажу, что у меня потихонечку заканчиваются силы. Эта игра забирает у меня очень много времени. Также она мне забирает достаточно много, скажем так, моральных сил, то есть желания поиграть. И я бы, допустим, позаписывал бы что-то еще. Чего я подобрал? Бременское что-то. Вот. Но я не могу, потому что эта игра... Забирает у меня очень много... Так, у меня есть аксессуар, который я могу прикрепить. Это будет щит. Что-то там я бременское подобрал. Погоди. Подэмочу. Только винтовка. Но с винтовкой ты обращаться не умеешь. А фиг ли ты голодная? Ладно. Давай тебе мидпай в тебя засунем. Там у чувака голова, что ли?
Да, я его не обыскал и не обезглавил. Кстати, напилили себе голов, получается. Фишка в том, что у меня привязанность к Сильвии сейчас прокачана только на одну единицу. Я не смогу себе лечебный шепот вкачать. Но, по крайней мере, хоть что-то началось, за что уже спасибо. Я смогу себе прокачать какие-то вещи. Вот. Это я к чему говорил про концовки, про все то, что происходит. Ребят, я не буду перепроходить на какую-то определенную концовку или что-то там такое. О, рычажок. Сюрвенч. Не знаю для чего. Вот, я закончу на той концовке, которая будет. Вот, а там мы уже будем из этого смотреть, что оно и как оно. В смысле, пусто. А зачем я этот рычаг притащил? Ладно, будем посмотреть. Возможно, я что-то где-то не... А, вот тут может выйти? Да, тут можно выйти. А где? Здрасте. А ты кто? Soul to corrupted, конечно. Пилим голову. Не знаю, что это за фигня. Кто его затыкал? Вроде не я это делал. Half cocooned head. Погодите, это развалины там, где мы заканчивали пару серий назад? Знаете, в чем прикол? Что они сразу, типа, слабеют от голода. То есть тебе нужно, ну, практически вручную контролировать... В каком они там состоянии находятся. Так, шиллинги, маленький ключик. Это все, конечно, здорово. Че за музыка? Так, этот слабый, этот сейчас патрон использует. Я неудачно... И к тому же нас тут только трое. Угу. Погодите, какая-то музыка немножко. Мы сейчас Кругаля навернули, да? Выходит. Здание полностью развалилось. Temple District Church Almera, да-да-да-да-да. Ага. Там у нас приют. Приют. Пройти туда не получится. Это печаль. Сюда тоже. Вот сюда в домик можно зайти. Я не знаю, что тут найду. Там мусорки. Мусорки тоже хорошо. А, вон там можно пройти. Дом насквозь можно пройти. Давайте тогда мусорки глянем. А, отлично. Фрагмент ткани. Труба. В смысле, трубка. Курительной. А, мины. Здрасте. Очень неплохо, так я мог вполне сейчас ее провтыкать. Душа. Прям как в Сталкера играешь, ты знаешь. Артефакт душа. Типа, что главное в девушке? Душа. Если вы знаете, откуда это, то вы знаете. Так, бочечки. Сушеные... Мясо, это неплохо, кстати, там. Ага. А черт с тобой, иди сюда. Да, настроя, это не очень хорошо, но я думаю, что... Критовал бы я еще почаще, был прям хорошо. Ай! Больно. Но смотрите, урон, да, мы немножечко, не немножечко, а хорошенько так защитились. И урон прям меньше по нам стал проходить. То есть теоретически... Да хорош тут бить всех направо-налево фигней вот этой своей. Заколупал. На, сдохни. Сдохни! Ты не офигел там случайно, дружище? Нельзя столько жить. Вот этого ж я тоже не смогу к себе призывать, правильно?
Так, обыскать. Два шиллинга, офигенный лут. Ну-ка. Да, видите? Ну, то есть, любой моб, который хоть что-то, хоть как-то посильнее, все, игра тебе уже не разрешает. Может, там есть какая-то прокачка для некромантии? Кстати, если да, напишите, мне интересно. Сюда вниз пройти. Твою за ногу. Это опять эти придурки. Они не попадаются на чертовы бомбы. Они их обходят. Я эти бомбы обошел. Твою за ногу! Ты кто такое? Блин, а мне даже бежать-то толком некуда. А что так страшно-то? Beekeeper. Смотри, я отхожу, я не причиню тебе вреда. Ага, у него пчела вылетает из одного глаза, залетает в другой. В глазницу, в смысле. Может, у него вообще и мозга-то нет? И не надо с ним разговаривать. Офигенно. Смотрите, я сразу получаю один рев. Я не знаю почему, но я попробую бить в гнездо. Честно, я его сбил. Мне кажется, от этого будет только хуже. 2-2-2, отравил. Вот это плохо было! Даже я понял, что это было плохо. Так, айтем. Вылечи его, пожалуйста, если получится. Попробуем пристрелить эту фигню. Ага, минус 44. Офигенный дамаг, дружище. Можно сейчас никого не убить? Ну, в смысле, из моих. Его-то я хочу убить. Бит. Обыскать. Дети меня ветровый пуль. Так, ну головы-то тут нету, да? Угу, логично. Так, хилинг. Белая. Где эта белая штука? С хпшками так себе, кстати. Нафига я пошел? Куда я? Зомби с пистолетом. Что, блин? Мне кажется, эта рука самая опасная. Буду выводить ее. Неплохо на 1000. Тоже неплохо, кстати. Обыскать. А, винтовка, кажется, выведена из строя. Ну, это же офигенно, да? 9-миллиметровые пули. Побить его, погоди. Точно мертв? Ну что он дергается? Иди сюда. Возьму себе гуляша, как пушечное мясо. Заодно поэкспериментируем. Так, давай. Вставай в строй. Я тебя убил, я тебя и поражу обратно. Не стреляй в меня, нет. Never mind. Этому чуваку вообще пофиг. Выбиваем ему руки. Мне бы подлечить моих ребят.
немножечко хотя бы. Черт. Ладно, руки выбили, хорошо. Он ногу выбил. Просто накинулся на него и сгрыз ему ногу. Мне есть хилки, мне просто очень жалко их тратить, офигеть. Я мог, кстати, вот этого придурочка поднять. Так, кстати, насчет толпы. Получается, что толпа теперь осталась в той локации, раз вы говорите, что никто никуда ничего не исчезает. Теперь толпа будет одна или их будет... О, это что за место? Или их будет несколько? Что ж так страшно-то, Пеппилс? Грязная туалетка. Амо. Мидпай. Пеннибан. Вот тут ящичек. Что это было? Я бы этот ящичек вытолкал бы. Вот таким образом. В смысле Force Open? Да вы чё? Ну, допустим. А, угу. Начнем с промаха, потратим патроны, а потом подумаем, да? 50, офигенно. Force Open, блин. Знаете что, погодите. Что у меня по хилочкам? Есть две синих, да? Я бы, наверное, скрафтил одну голубую. Она просто будет помощнее, и там комбо-эффект лучше будет работать. А вон еще одну. Отлично, кстати, спасибо. Мидпай. О, теперь зомби можно будет скормить кучу всякого говна. То, что мы понаходили. Бонсо. Неплохо, неплохо. Так, да, я понял, что ничего. Лавандер. Паприка. Зачем тут эта дверь? Так, вон, заплесневелый бред. Репка. Знаете, в чем прикол? Да, спасибо. Что вот кидание монетки, оно и под... Все, там уже ничего нет. И под открывание сундуков, и под битвы, и всякое такое. Ты каждый раз трижды подумаешь перед тем, как эту монетку там использовать. Слушай, ну неплохо, зашли, залутались. Вот эта дверь осталась закрытой, я не пойму, в чем прикол. Вроде как тут есть доступ везде. Ну ладно, может тут сейчас какая-то засада будет? Да вроде нет, просто склад. Я облутал два шиллинга, нашел. Я там, кстати, себе, когда ходил в магазин, я купил себе три хилки и два мелочка. Вот. Посмотрим, насколько это все. Заманали с этими минами. Что там ходило? Мне показалось, что что-то ходило. Слабеет от голода. Отлично. Хавчик, мидпай. На, держи. Самое обидное, что они не попадаются на мины. Тупые тупыми, зомби-зомби. Но эти твари не попадаются на мины. Это офигеть как обидно. А... О, погоди. А что за... Черт, у меня же есть карта. Я ее просто не пользуюсь. Я забыл про нее. Я ее даже не открываю. О, погодите, что за... Что за лока? Такого раньше не было. Стойте! Вы что, я тут серию собираюсь заканчивать, а вы мне такое? Так нельзя. Оливия. То, извините? Хочешь с нами? У меня есть условия. Когда я могу более спокойно передвигаться, я смогу видеть все, что здесь происходит. А...
Мы впятером ходим? Я что-то не понимаю. Ёппр! Офигенно. Час геймплея. Все, что вы сейчас видели, все, что сейчас происходило. Все. Вот почему я говорю, что эта гора меня утомляет. Вот, вот, ребят, вот. Я не знаю, ну это же просто звездец какой-то. Ну как, ну вот как в это играть? Как в это играть? Как, блин, в это играть? Ох. Причем у меня по пути даже не было выбора сохраниться. У меня не было... Ни кровати, ничего, просто ничего, просто час геймплея, загадки в канализации, файты, убийство вороны местной, все, всего этого не было. Я без понятия, Дима, начнем следующую серию. Буду все это проходить в этом порядке, не в этом порядке. Возможно, я попробую... Я вообще, вот на самом деле, меня очень сильно сбило с толку Оливия. Это же девушка в коляске, ту, которую убила ворона. Каким образом сейчас здесь оказывается Оливия? Почему она ходит с нами, пятым человеком, но я не могу... Что вообще происходит? Ну, то есть, нет, знаете, у меня есть теория. Помните, мы в канализации встретили Леви? Это, ну, типа гомункул, который превращался в Леви. Я думаю, если бы он закончил свое превращение, мы бы потом его могли спутать с настоящим Леви. Возможно, вот эта Оливия, она не настоящая. Возможно, это какой-то гомункул. Типа как Оливия, который не знаю что, потому что мы же видели, что Оливия умерла. А вот эта тема мне пока что немножечко сбивает с толку, я вам рассказал сейчас свою теорию, правильная она, неправильная, можете мне немножечко намекнуть в комментах. Ну пойду я, наверное, опять в церковь. Пошарюсь там немножечко, посмотрю, полутаю, потом схожу в канализацию. Потом, ну, наверное, короче, когда у меня будет время, ребят, я не знаю, ближайший день-два посмотрю, как у меня будет по свободному времени, я хочу немножечко полазить, посмотреть. И, по возможности, если будут какие-то моменты новые, которых не было в этой серии, я их постараюсь запихнуть в кадр, если будет все то же самое, я буду просто перепроходить, переигрывать, то это все в кадр не попадет. Вот эта новая локация меня, конечно, ошарашила немножечко. И тут, смотрите, вот это вот упал в яму ни монетки, ни хренища, просто бах, на, сдохни. Это нервный смех. Я не знаю, я начинаю потихонечку ненавидеть эту игру. Она мне нравится, и я ее ненавижу одновременно. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.